Проще простого зарабатывать деньги, покупая в интернете. Кэшбэк-сервис letyshops.ru – это более 700 самых модных интернет-магазинов с кэшбэком до 30%. Заходи по ссылке в описании и возвращай деньги за покупки. Всем привет! И тут у нас такая новость. Гибридный PlayStation Chewy HiBook Pro 10 поступит в продажу в конце августа, а именно 22 числа. Но, если честно, на Китае он уже поступил в продажу, и там его активно продают на AliExpress. В мае этого года компания Chewy анонсировала гибридный планшет HiBook Pro. Устройство получило цельнометаллический корпус толщиной 8,5 мм. При этом вес планшетного компьютера составил около 550 граммов. Новинка работает под управлением OS Windows 10, однако девайсам также предусмотрена возможность переключения на Android Lollipop при необходимости. На днях китайские разработчики сообщили, что приобрести Chewy HiBook Pro можно будет уже 22 августа по цене $249. Гибридный планшет Chewy HiBook Pro оснастили 10-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2500 на 1200 пикселей, 4-ядерным процессором Intel Atom X5 Cherry Trail, 4 гигабайта оперативной памяти и 64 гигабайта встроенной памяти, аккумулятором емкостью на 8000 мАч с поддержкой функции быстрой зарядки, microSD-слотом и универсальным разъемом Type-C 3.0. Chewy HiBook Pro также получил стереодинамики, 5-мегапиксельную камеру и 2-мегапиксельную фронтальную камеру. Разработчики отмечают, что благодаря подключаемой клавиатуре пользователь сможет превратить устройство в полноценный ноутбук. Ну, полноценный ноутбук он не заменит, так как есть ноуты с таким офигительным железом. Да и железо там можно, кстати, заменять оперативную память, жесткие диски менять. В общем, делать почти все то же самое, что и на PC. Здесь этого делать не получится. Но это такой рабочий, скажем так, компьютер, который можно будет взять с собой в дорогу. И тем более 8000 мАч. Часов они будут очень долго работать, и это круто. Так что понравилось видео, всем спасибо, пока, ставим лайки и подписываемся на канал.